Уважаемые женщины, мне очень приятно поздравить вас с наступающим Международным женским днем 8 марта. Это большое счастье, когда приходит весна и такой радостный праздник. Вы являетесь олицетворением всяческих благ на земле. Вы – мама, вы – профессионал, вы – человек, который несет в дом и поддерживает очаг. Хотелось бы в этот день, чтобы вас немножечко жизнь порадовала. В первую очередь, естественно, ваши самые близкие, мужчины, чтобы дарили вам хорошие подарки, дарили радость, все окружающие были счастливы рядом с вами. Ну а вам лично я хотел бы пожелать того, что вы хотели бы сами иметь в жизни. Ну первое, безусловно, это здоровье, счастье, благополучие и профессиональное удовлетворение. Вы действительно являетесь большими тружениками, и мне хотелось бы сказать, что на ваших плечах лежит все то, что мужчины часто не замечают. Так вот, я и хотел бы пожелать вам того, чтобы мужчины вот это все ценили и вам приносили больше радости, чем огорчений. Будьте счастливы и здоровы!